Глава Гагаузии Михаил Формузал в рамках рабочего совещания прокомментировал массовый переход советников-коммунистов из Кагула в Демократическую партию. По его мнению, чтобы исключить подобный политический туризм, парламент Республики Молдова должен принять законопроект, предусматривающий лишение мандатов народных избранников, которые после своего избрания сменили партийную принадлежность. По его мнению, аналогичный пример можно было наблюдать и в Народном собрании Гагаузии. Вот эта политическая купля оптом и в розницу советников от коммунистов или еще от кого-то, она не красит прежде всего самих политических лидеров, которые этим занимаются. И вот эти все тушки политические, по-другому я их назвать не могу, купленные за деньги, перебегающие с одной партии в другую, они дискредитируют саму политическую систему Республики Молдова, дискредитируют в глазах населения. В глазах населения это вообще вызывает отвращение. Все эти процессы целенаправлены. Они ослабляют и подрывают молдавскую государственность, и они же приводят к низкой избирательной активности населения. Уходишь ты с одного политического формирования, будучи мандат имея советника или депутата, будь добр, освободи место, пусть по партийному списку пройдет другой, иди реализуй свой самостоятельный проект. А то вот этот обман, идешь под одной партией, а потом тебе на этом самом базаре, мясном цехе, как политическую тушку купили, и ты перешел туда. Мы не должны этого допускать. У Гагаузии есть право законодательной инициативы, и мы должны этим воспользоваться. Не поддержит народное собрание, значит, будет необходимо рассмотреть этот вопрос на уровне правительства с последующим выдвижением соответствующего предложения, заключил глава автономии.